И всем привет, дорогие друзья, с вами Олег, и сегодня я буду выполнять комбо. Да, выполнять комбо. Что же еще делать, конечно? Я тут выполнил для съемки три комбо. Это пират на байке, ну то есть на велосипеде, часики с пакетом зерн и мини-банк с кредитной карточкой. Я знаю, что нужно комбо телевизор и кукурузник. Ждем. Ну пока что я свое любимое занятие буду заниматься, своим любимым занятием. Взрываю все. Так, ты пока тут будешь. Давай? Нет? Как же ты долго... О, спасибо. Как же ты долго доставляешь телевизор? Всего лишь один телевизор и все. А ты так долго доставляешься. Твой плюс в том, что у тебя как бы это... Иди нафиг. Что у тебя экран показывается. И все. Ну и что-то очень прочное. Очень прочное. Вот я здесь батарейку положу, а если она бомбанет, то ты ничего с собой не будет. Ты покрасишься чуть-чуть в зебру. Давай. Вот. Видите? Ну, с ним ничего не случилось. Вот. Как я сказал, он уже покрасился. Ну, как покрасился? Горелым цветом. Кукуруза у нас есть. И поджигаем. Да, комбо выполнено. Комбо выполнено. Телек взорвался. Еще одно. Теперь у нас три вот эти штучки. Ну, давайте для прикола кинем. Для красоты, точнее. Ну, красиво, да. Ну, давай сюда. Не? Тогда давай сюда. О, так, что-то телевизор не тушится. А ведь от батареек он типа должен тушиться. Тушись. Когда же батарейки взрываются, он должен разлетаться. Ух ты, створина, а? Смотрите-ка. Мам... Опа. Что ж такое это? Крепкий, а? Взлетись. Офигеть. Ну, короче, телевизор вот такой вот крепкий. Уже не крепкий. Да. А вот, паучок самоубийца. А, о, везло. Второе комбо за сегодня это вот это. Кредитная карточка и картина. Картину берем, а кредитную карточку дожидаемся. Так. Ставим вот так и вроде сжигаем. Да. Опять мой любимый пожар. Кстати, даже частицы очень красивые. Да. Авторы постарались. Какой у нас еще комбо, надо посмотреть. Генератор. Это вроде вот это. И еще что. А, давайте сначала будем кукурузу. Да, ждем, ждем. Ну, все, у нас все доставилось, что нам нужно было. Будильник не загорись только. Такс. И кладем кукурузку, да? Вроде. Так, давай. Нет, я это уже выполнял. А, ладно. А, это надо было с этим. Но я это уже выполнял.
топор. А, вот этот вол и еще что-то нужно. А вот что я забыл? Может взять? Уходи, пожалуйста. Да, уйди. Да-да-да. Надеюсь, мою мышку будет не так громко слышно, потому что микрофон очень сильно чувствительный. Поэтому я его убрал на метр. Потому что если я его пододвину к себе, то будут вот эти фырканья. Поджигаем. Не? Да, есть. Это оно. Так, сгорите мини-паучки. Точнее, тараканчики. А, ну я чё? Я уже все комбо выполнил. Ну, давайте я выполню те, которые без съемки делал. Просто вам покажу. И хера. Тушись. Батарейка для этого нужна. У нас уже 7 этих. Так, сюда. Не? Не хотите бомбануть? О. Сюда. Бомбить. О. И сюда. А, я уже понял, что вы не будете бомбить. Ну тогда просто. О! Я стрелю паучка. Вот нам уже привезли это все. Ого. Садись. Ломбой. Садись. Ага. Друзья, я уже сломал велик. Не успели мне его привезти, я уже его сломал. Надеюсь, так будет нормально. Садись. Ну, допустим. Комбо мне сейчас не засчитает, потому что я его выполнял. Да, все сгорело. Ну и ты тоже. Хотя не надо говорить. Я уж сюда тебя пущу. Но эту бумажку мне все-таки дали. За то, что я повторно его выполнил. Какой еще у нас? Какой я еще выполнял без съемки? Вот это вроде. Да. Ну и потом выполнил вот это вот. Это мини-банк или кредитная карта? Что, блин? А, я же не на той сейчас играю карте. Просто у меня на другой карте 700 вот этих щен. Гори, гори, гори. Батареечки. Мне очень нужны. Так. Бомбить. Бомбить. А чё так слабенько? Мне это не нравится. Понятно. Слабенько. Но зато всё потушилось. Мне этого достаточно. Это, я думаю, не буду ждать. Вот в той части говорил, что видео получится в 5-6 минут, а получилось в 10. Изливался оно на YouTube 1.5 часа. А что будет, когда я буду выкладывать видео в 20-25 минут? Правда, я еще не знаю, что буду выкладывать. Надеюсь, это видео получится в 6-5 минут. Надеюсь. Ставься. Так. Надеюсь, сейчас мне эту бумажку дадут. Что? Что? О, друзья, а я этого не замечал. Я что-то не понял. А какого хрена он или та кредитная карточка выпустил бомбу? Да, я такого еще не видел никогда.
Надеюсь, меня слышно. А то я сейчас очень далеко от микрофона. Давай. Давай. Так, будильничек есть. Вот эта вот хрень есть. Сейчас еще потом сделаем бомбу, если у нас получится. У меня. Вот. А, понятно. Ты еще не сгорел, а уже двигайся. Так. Ну, повторно комбо сделал. Повторное. И вот, улетает. Давай. Сколько тебе еще? 2 секунды? Да. Да. Было 7, стало 2. Надо все вот это потушить. Ну, батарейки я сейчас не хочу покупать. Хотя... Давай. Тушись, молодец. Ага, молодец. Зря только похвалил. Уходи отсюда. Ну, думаю, вот этому вот этим потушим. Ага, круто сказано. Вот этому вот этим потушим. Достаем кредитную карточку и кладем аккуратненько. Давай, скотина. Молодец. Надеюсь, ты бомбу будешь выбрасывать. Охрененно. Блин, а как-то вообще? Деньги она мне не сбрасывала, а бомбу сбрасывала, блин. Еще хочу. А если без кредитной карточки? То получится? Без кредитной карточки. Да. Блин. Это как все батарейки бомбит. Ну, на этом, я думаю, закончу эту часть. И я говорю вам, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Да, самое главное, подписывайтесь. Всем удачи. Всем пока.